спрашивают, нельзя ли каким-то образом, например, как у Развожаева в Севастополе, в телеграм-канале предупреждать о воздушной тревоге? Все команды, которые выполняются администрацией, они поступают из штаба ГВЧС Республики Крым. Сегодня идет разговор о том, чтобы передать нам определенные полномочия. Мы не имеем права самостоятельно включать службу оповещения, средства оповещения. Сейчас этот вопрос пересматривается. Я хочу успокоить кирчан, что, конечно, то, что было, это уже прошло. И больших разрушений город не испытал. Понятно, был определенный момент волнения. Я хочу всех успокоить, следить за сообщениями телеграм-канала. И я думаю, в ближайшее время будут приняты решения, как действовать в такой обстановке. То есть, возможно, да, я увидела, что не только Крючков теперь сообщает о грядущем разминировании, уничтожении взрывоопасных предметов, но и вы стали это делать. Это как раз на шаги в этом направлении. У нас сейчас очень плотно мы взаимодействуем с Министерством обороны, с правоохранителями, со всеми службами для того, чтобы успокоить кирчан, поставить их в известность о том, что будет происходить в городе, ну а дадут нам, если другие полномочия, будем сообщать заранее и о каких-то ситуациях, которые сегодня напрягают людей.